Уважаемые дамы и господа, друзья, мы начинаем очень приятную церемонию, которая стала традицией. Традиция эта заключается в присвоении совместных дипломов министров иностранных дел России и Польши за выдающиеся заслуги в деле укрепления взаимопонимания и сближения российского и польского обществ. И в этом году наш выбор пал на двух замечательных людей. Польскую актрису Иоанну Моро, которая очаровала российских зрителей исполнением роли горячо любимой у нас певицы Анны Герман. В России этот фильм с участием Иоанны Моро посмотрело более 22 миллионов человек. И мне очень приятно сейчас этот диплом вручить этой замечательной актрисе. И хочу одновременно выразить удовлетворение тем, что второй диплом присуждается Ивану Александровичу Ворыпаеву, который не только драматург, сценарист, режиссер, художественный руководитель театра «Практика», не только человек, чьи пьесы ставятся на сценах Польши и России, не только человек, чьи сценарии ложатся в основу фильмов, которые смотрят поляки, он еще вот в чисто человеческом, в личном плане воплощает не только российско-польскую дружбу, но и российско-польскую любовь. И нам это очень приятно. Мы поздравляем наших лауреатов. И сейчас я, с вашего разрешения, вручу диплом Иоанне Моро.
historia była wspólna od dawna i jest wspólna, tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że to jest tylko początek tak owocnej pracy i że to właśnie film będzie takim środkiem, który będzie pomagał... Dzień dobry Państwu. Tak się złożyło na planecie Ziemia. Jesteśmy najpierw ludźmi, a dopiero potem obywatelami różnych krajów. Jeżeli Państwo pozwolą, posunę się jeszcze dalej. Bóg mi świadkiem, że nie chcę uderzać w żaden niepotrzebny filozoficzny patos, ale uważając się za ludzi, starając się...